к нам честно обращаюсь с просьбой, чтобы мы включали свои выступления, песни, композиции из наших первых программ. Мы с удовольствием это делаем, и вот после большого перерыва мы возобновили и включили свою программу композицию на стихи Юрия Рыбчинского. «Крик птицы». Крылатым будет возмездие.
сиреной. Я теперь нелюдим, я бы простил измену. Печальные годы, и однажды ко мне на рассвете вернулись друзья с охоты и бросили птицу на стол. Нездешнюю птицу и странную, с глубокой кровавой раною, с глазами такими знакомыми и с перебитым крылом. Вот, наконец, и вместе мы. Так что я так грустно пою. Над увитой крылатой невестою я на коленях стою. Ты была сиреной, я пел твои песни звеня.